Не одно и то же. Давайте будем различать эти тенденции, вот этот извращенный вкус. В семье особенно, когда мужчина овладевает женщиной, он испытывает извращенный вкус. Или женщина, она тоже испытывает вкус господства в это время. Вот, например, как это проявляется. У человека это тонко проявляется, трудно заметить. А вот в семье Богомола легко понять. Богомол и Богомолиха встречаются, влюбляются. Вы знаете, что потом будет? Она откусит ему голову. Из любви. Ну вот такая любовь. Называется вот такая извращенная любовь. Поэтому, когда люди живут такой любовью, все-таки сохраняют семью, они, тем не менее, через лет 30 могут сказать друг другу, ты всю мою жизнь угробил или угробила. Все, все же я уже терпеть этого не могу. Это так, желание господствовать, господствовать и господствовать. То есть культура – это желание служить, служить и служить.